Я горжусь своей компанией и ее достижениями. Мы стали частью истории длиной 60 лет. Моя работа приносит мне удовольствие. Мы с отцом гордимся нашей трудовой династией. Здесь мы встретили своих будущих жен. Я предан этому предприятию. Все сотрудники без исключения ощущают поддержку предприятия. С помощью ЗАО «Либескокский монтаж» я приобрел квартиру. Одна из ключевых причин успеха нашей компании – высокое качество. Да. Я уверена в своем будущем, в стабильности своего предприятия. Не было времени для раздумий. Мы сразу приступили к масштабным проектам. Все началось с строительства объектов для Новолипского металлургического комбината. Нам было доверено строительство крупных объектов по всей стране. Мы принимали активное участие в строительстве коксохимических и химических производств, которые сооружались в советское время. Также принимали активное участие в строительстве за рубежом. Мы помним всех, кто стоял у истоков. Благодаря их вкладу в общее дело, компания сегодня успешно развивается, а коллектив с оптимизмом смотрит в будущее. Среди них каждый по-своему герой с огромным списком рабочих побед. Огнеупорщик Рымарь Самоил Федотович. Инспектор по кадрам Просвирнина Раиса Григорьевна. Слесарь-сборщик металлоконструкции Пуртов Владимир Александрович. Слесарь-сборщик металлоконструкции Сумин Николай Георгиевич. Старший прораб котельно-механической мастерской Коновалов Владимир Николаевич. Старший прораб Тараруев Иван Иванович. Прораб Ганшин Иван Егорович. И памятный сердцу генеральный директор Маркин Владимир Павлович. Построили более 200 объектов для крупных промышленных предприятий России и зарубежья. У нас сложился коллектив высококвалифицированных сотрудников, способных решать задачи любой сложности. Здесь не боятся доверять молодым. Мы постоянно передаем опыт перспективным сотрудникам. Залог нашего успеха в налаженной бесперебойной работе и сплоченности духа. Мы уже больше, чем рабочий коллектив. Мы – команда. Вместе мы выступаем на городских спартакиадах и коллективно занимаемся спортом. У
Наличие профессиональных кадров, большой опыт их работы, оснащенность нашего предприятия с полной верностью дает нам право сказать, что мы готовы к выполнению любых поставленных задач. За плечами коллектива большие проекты, как внутри страны, так и за рубежом. Мы объехали весь Советский Союз, были во всех городах, где имеется металлургическое производство, а также за границей. Коксохимонтаж объединил общие идеи надежных партнеров, профессиональных сотрудников и амбициозных руководителей. Вот уже 60 лет мы работаем, не оглядываясь на конкурентов. Благодаря совместной работе мы можем с гордостью сказать, предприятие занимает ведущие позиции в отрасли. Впереди у нас новые трудовые подвиги и глобальные перспективы. Спасибо огромное всем за личный вклад в одно большое общее дело.